Вид распространен почти по всей Евразии, от Запада Европы до Японии. Тело довольно стройное, черное, с более-менее развитым светлым рисунком. У номинативного подвида рисунок тела ярко-желтый, стернитый брюшко красно-коричневые, второй-пятый тергиты с узкими желтыми перевязями, бедра черные. Длина тела самок 13-16, самцов 10-13 мм. Лед у церцериса песчаного с июнь по сентябрь. Мезофильно-ксерофильный эвребионтный вид. Встречается от лесной зоны до пустынной. Наиболее обычен в долинах рек, на сухих открытых участках. Гнездятся в земле, в уплотненной песчаной или глинистой почве. Чаще всего выбирают открытые горизонтальные участки, хотя могут устраивать норки на обрывах и крутых склонах. Для начальной части гнезда используют норки других насекомых или естественные углубления в земле. Гнезда многоячейковые. От главной норки длиной до 50 см отходят боковые норки с горизонтальной ячейкой на конце. Обычно количество ячеек около 10, редко до 25. Иногда в конце главного хода имеется небольшое расширение, в котором накапливается добыча перед помещением ее в ячейку. Ячейки и от норки строятся по исходящему типу, то есть от дна к выходу. Роет норку оса с помощью жвал и передних ног, вооруженных гребнем крепких щетинок. Из норки выносит землю, зажав между головой и передними ногами, и выталкивает пигидием, отчего около входа образуется валикообразный кольцевой холмик. Часть земли из новых отнорков и ячеек оса использует для заполнения боковых ходов к запровиантированным ячейкам. Часть оставляет в главном ходе. Вокруг входа в гнездо имеется характерная кучка выброшенной земли. Перед первым вылетом на охоту оса совершает ориентировочный полет над гнездом в виде нескольких кругов или полукругов со всеувеличивающимся радиусом и высотой. Добыча – различные долгоносики, иногда жуки рода Бромиус. Обычно в одном гнезде запасаются жуки одного вида. Охотятся осы на растениях, местах питания жертв или в их укрытиях. Свою жертву осы хватают жвалами и ногами сверху, со стороны спины, подгибают брюшко и жалят, а затем проводят малаксацию. Парализованную добычу осы переносят в гнезду на лету, держа жука челюстями за ноги или усики, в полете средними ногами. Во время охоты вход в гнездо остается открытым, но в глубине главного хода всегда имеется некоторое количество земли, образующей более или менее плотную пробку. В гнездо оса с добычей проникает сразу, не останавливаясь. Добыча перед помещением в ячейку накапливается в главной норке, обычно в земляном завале, расположенном в нижней или средней части норки, или в специальном расширении ее. Перед помещением в ячейку добыча тщательно очищается. Яйцо откладывается на самый верхний экземпляр. В одной ячейке запасается от 5 до 20 жуков, в зависимости от их размеров. После откладки яйца оса закрывает вход в ячейку, плотно заполняет боковой ход, идущий к ячейке землей. Главный ход после завершения всех работ
также заполняется землей, а холмик у входа разравнивается осой с помощью передних ног. Однако у большинства ос гнездовая деятельность не доходит до этой стадии, поскольку самки за жизнь строят только одно гнездо, и погибшую самку чаще можно найти во входной части гнезда. У этого вида одно гнездо может снабжаться провиантом и яйцами разными осами. Самки нередко занимают чужие гнезда, изгоняя хозяйку, но последняя может вернуться и продолжить провиантирование вместе с осой, занявшей норку. Стадия яйца длится 3-4 дня. Питание личинки продолжается 6-15 дней, после завершения которого личинка плетет шелковый желтовато-коричневый кокон, обычно покрытый остатками добычи. Взрослые осы питаются нектаром цветков и падью. Копуляция происходит на участках гнездования самок, но иногда и на цветках растений, в местах питания ос. Подкарауливая самку, самец сидит на каком-либо предмете, направив усик вперед и в стороны. Утром самки обычно занимаются рытьем норок, в середине дня охотятся, иногда наоборот, но к вечеру прячутся в норке и здесь ночуют. Самцы ночуют в норках, в земле и других подобных укрытиях, или даже в полостях растений.